мало-помалу. А ребята не только в Московской лиге играют. В Таганроге, Лига ТКПИ. Они еще побеждали юниор лиги какого-то района. Добрый вечер, уважаемые семикараковчане. Семикараковцы. Добрый вечер, дорогие друзья! Поскольку в вашем городе мы первый раз, давайте познакомимся. Это Аня. Аня всегда мечтала поступить в КУ номер 73 города Семикаракорска. А поступила подло. Кстати, у нас есть представитель из города Семикаракорска. Не из города Семикаракорска. Так. А это еще что за чудо? Девочка, ты откуда? Из питомника я. И девочка из питомника. Я еще не представил. Ах да, это Настя. Посмотрите на своего мужчину и на Настю. На своего мужчину и снова на Настю. Похоже, правда? Расскажет о том, как Гоголь на самом деле сжег свой второй дом мертвых душ. Он спустился в подвал. Позади себя он услышал тихие шаги. И вдруг из-за спины на него Подожди, его нельзя так называть. Волан-де-Морт в городе, который нельзя называть. Хорошо, что у меня нет носа. Здравствуйте, девушка. Вам есть 18 лет? Ваш паспорт покажите. Это же мужской паспорт. Знаете, многое меняется со временем. Работник ЗАО «Аксинья», который постоянно что-то забывает. Кажется, что не забывает. Человек, который ищет приключений. Ростов! ЦСКА! Ростов! ЦСКА! Ростов! ЦСКА! Через полчаса. ЦСКА! Ростов! И еще через полчаса. Путин! А что, не творят ты, что ли? А продолжение нашего выступления хотелось бы сказать словами великого прозаика Антон Павловича Чехова. Ну что, Настенька, дождалась ты меня? Ой, конечно, Мишенька, дождалась. А я тебя нет. А потом думает. Блин! Как такая?
вернулся домой после бурной вечеринки. Где ты шлялся всю ночь? Я не шлялся. Что, пил опять? Я не пил. Нет. Руки убери свои, я к маме уезжаю. А теперь та же ситуация, но глазами парня. Ой, дорогой, ты пришел. Ты, наверное, проголодался. Опять скотина, к соседке попёрся. Дорогие друзья, в конце нашего выступления хотелось бы сказать спасибо. Теперь и у нас есть аватар с чайником. Команда, кого мало помогла.